Друзья, всех приветствую. Я очень рад, что мы имеем хотя бы такую возможность встречаться в онлайн-режиме и поддерживать такое общение. Сегодня мы поговорим на важную тему, которую я назвал ⁇ двойственность в природе человека ⁇ Я понимаю, что сразу же возникает много разных вопросов, о каком человеке мы говорим. Если мы говорим о рожденном свыше человеке, неужели в его жизни может присутствовать вот та самая двойственность? Если дух человека родился свыше, если он стал новым творением во Христе Иисусе, наоборот, он стал теперь целостным человеком, цельным, но это нам только так кажется. На самом деле, наоборот, парадокс заключается в том, что когда мы рождаемся свыше, мы становимся очень уязвимыми, мы особо чувствуем, что собой представляет плоть, потому что плоть никуда не исчезает. Плоть как была, склонной к греху, к соблазнам, так и остается. Наша плоть будет всегда нас донимать до самого конца. Так вот, парадокс как раз заключается в том, что именно рожденный свыше человек подвергается искушениям значительно больше, чем нерожденный свыше человек. И как раз об этом мы сегодня поговорим. Искушение неприятно, но оно будет сопровождать нас до самой смерти. И я вот себе записал следующее, что искушение как явление, как соблазн, как обольщение, оно вообще не возникает до тех пор, пока я не стану обладать чем-то ценным. Искушение как раз заключается в предложении чего-то взамен на что-то. Если мы себе представим человека больного, старого, да еще и бездомного, который живет на улице. Какую ценность он представляет? Что с него можно взять? Его никто не собирается искушать, потому что с него нечего поиметь. Поэтому только человек, который обладает какой-то ценностью, красотой, каким-то имуществом, каким-то состоянием, он становится объектом внимания потому что с него есть что взять, есть что забрать у него. Вот как раз истина заключается в том, что мы становимся богатыми во Христе. И это не аллегория, это действительно правда. Человек, который встречается с Христом, он становится личностью очень богатой. Просто наша проблема в том, что мы под понятием богатства сразу же представляем себе материальное благо, роскошь. Мы живем в мире вот с искривленным понятием или представлением о богатстве. На самом деле, если посмотреть с перспективы истины, с перспективы Бога, что собой представляет богатство, что собой представляет царствие, вот царство небесное, то это как раз состояние, внутреннее состояние человека, состоящее из праведности, мира и радости. Вот человек, который примирился с Богом, человек, который освободился от вины, от страха, от стыда, от прошлой жизни, человек, который понял, что его имя записано в книгу жизни, человек, который понял, что все, что он сделал в прошлом, ему прощено, покрыто, что он может разговаривать с Богом на ты просто, такой человек становится счастливым он становится свободным. Это его богатство. И дьявол, он очень завистлив. Он сразу замечает счастливых людей. Он очень неравнодушен и неспокоен, если есть люди по-настоящему счастливые. Потому такой человек как раз богатый во Христе Иисусе становится объектом, становится мишенью для искушений, чтобы его снова обворовать чтобы забрать у него вот то самое богатство мира, радости и праведности. Поэтому я пришел к твердому заключению, что Царствие Небесное ⁇ это настоящее богатство. Человек может жить в более бедных регионах земного шара, жить достаточно просто, но если в его душе присутствует мир Божий, радость и праведность, он действительно богатый человек. Может, пару недель назад я как-то задумался о том, как бы я выстроил приоритеты в своей жизни, если бы мне вот сказали, выбери что-то одно, чем бы ты хотел обладать до смерти. И я не знаю, откуда возник такой вопрос, но мне стало любопытно, интересно, понятно, что у меня там есть какое-то имущество, у меня есть дорогие, близкие люди, которые представляют для меня огромную ценность. Понятно, что я очень дорожу здоровьем, что у меня ничего не болит. Я дорожу вниманием людей, хорошей репутацией. Ценно ли это все? Конечно, ценно. Конечно, мы пытаемся все это сберечь. Это, это, это наше богатство определенное. Но в самом конце я пришел к заключению, что если бы мне можно было выбрать только одно что-то, я бы выбрал мир – я бы выбрал состояние покоя. Мне кажется, что это самая большая ценность. Вот какой прок от того, что нас знают, и у нас есть репутации, может быть недвижимости много и, и мы известны на весь мир и нас там готовы на руках носить. Но если я боюсь спать, если меня мучает совесть, если я без снотворных не могу уснуть, если у меня совершенно нет радости, если есть какие-то тайны, которые меня угнетают, которые известны только мне одному. Это же, это же ад. Я не хочу жить вот в таком состоянии, потому я понял, что мир сердечный, радость и праведность – это по-настоящему богатство. И потому такой человек, как я сказал, сразу же становится мишенью для искушения, потому что он богат. И каким же образом дьявол собирается обворовать такого человека? Как его можно обворовать? К чему его можно склонить? Что ему такое можно предложить, чтобы он снова обнищал такой человек? чтобы забрать его счастье, чтобы сделать его опять несчастным, чтобы вместо мира в нем появилась раздражительность, уныние, подавленность, усталость, недоверие, чтобы ушла радость, чтобы он всех подозревал. Да масса есть вещей, ситуаций, которые возникают вокруг нас, которые нас провоцируют, провоцируют к вещам, которые как раз оставят нас ни с чем, мы останемся у разбитого корыта. Мы можем выиграть в поединке, мы можем очень остро отвечать оппоненту, мы можем даже допускать грубости, колкости, мы, мы можем укорять людей, мы можем закрыть рот любому. Ты вроде бы в поединке победил. Но когда ты остаешься один, когда ты встаешь на колени, поговорить с Богом, ты вдруг обнаруживаешь, что тебя обворовали. Ты, ты бедный, у тебя ушло вот то самое состояние покоя, когда ты ложишься отдыхать, и тебе так хорошо, тебе так легко, тебе так свободно. Помните вот эту старую песню? Как хорошо, когда сердце свободно. Как хорошо, когда нету в нем зла. Так вот, много есть, оказывается, искушений, которые нас провоцируют тому, чтобы мы растеряли вот те самые сокровища, Ту самую атмосферу Царствия Небесное. Я же сказал, что Царствие Небесное ⁇ это состояние. Бог живет, Бог обитает в этой среде, Бог обитает в этой атмосфере. Праведности мира и радости. И заметьте, эти компоненты, они неотделимы один от другого. Невозможно, потеряв праведность, сохранить состояние мира и радости. Праведность сопровождается радостью всегда. Так установил Бог. Если ты возлюбил праведность, то помазал тебя Бог твой елеем радости. Потому человек должен хранить это состояние, оберегать это состояние и быть предельно осторожным, потому что он становится объектом и мишенью для искушения. Но теперь мы подойдем ближе к нашей главной проблеме, которая возникает как раз у человека, рожденного свыше. Парадокс заключается в том, что человек, обладающий новой природой через рождение свыше, подвержен большему давлению и большему количеству искушений, чем другие люди. Казалось бы, обладатель новой сущности избавился от плотских искушений раз и навсегда, потому что теперь он не от мира Сего. Теперь его дух родился свыше. Теперь он уже обитает в Царстве Божьем. О каких искушениях может идти речь? Но это не так. На самом деле... Все ровно наоборот. Христос очень резко выразился о человеке, в сердце которого попало семя Слова Божьего. Он выразил эту мысль так. К такому человеку приходит сатана. И он носит Слово из сердца его, чтобы он не уверовал и не спасся. То есть масса людей живет. Не ко всем сатана этот и приходит. Люди живут в его власти. Люди даже не знают разницы. Но вот появляется человек, в сердце которого попало Слово Божие. В этом сердце загорелась вера. Это сердце по-особому забилось. Разум начал просветляться. Человек начал понимать, что он велик, он создан по образу, по подобию Божьему, что он предназначен вообще для другой жизни, что он может жить совершенно в другом измерении. В нем начался мощный процесс – это зернышко начало прорастать в нем. Конечно же, такой человек сразу же становится объектом для искушений. Помните, как Яков написал, откуда у вас вражды и распри? И пишет то он верующим людям. Он же не пишет это просто обычным светским людям. Он пишет нам с вами. Откуда у вас вот это? Вы же новое творение во Христе Иисусе. Откуда оно вообще? у вас там взялось. Не отсюда ли от вожделений ваших, воюющих в членах ваших, воюющих в плоти вашей, члены плоти вашей, да? То есть это плоть. Не плотские ли вы, если у вас есть вот эти вот все а, моменты, и, и зависть, и гнев, и ярость, и злоречие, не плотские ли вы? Но хочется спросить, но ты же пишешь церкви, ты же пишешь верующим людям. Почему ты так противоречишь сам себе? На самом деле мы даже раньше этого не замечали. До рождения свыше мы даже не замечали вот этого контраста, потому что дух наш был мертв, потому что мы находились в такой вот своеобразной спячке. Но когда этот дух пережил новую природу, новое рождение, когда этот дух начал общаться с Богом, когда он начал переживать состояние радости, мира, свободы, когда этот дух начал петь, когда выросли крылья, когда человек понял, насколько прекрасно жить в атмосфере Царствия Божия, мира с Богом, гармонии с Богом и вот в этом согласии с самим собой, в единстве, он начал ощущать, что такое плоть. Потому все страдания человека связаны с тем, что он создан быть целостным. Так его создал Бог. Он не может двоиться, троиться. Человек создан жить в гармонии с Богом, в согласии с собой. При этом человек полярен в душе, которая метается между духом и плотью. И как ни странно, с рожденным от Бога эта полярность не уходит, а наоборот, обостряется еще больше. Плод живет по своим законам греха и смерти. Это ее законная среда обитания, как для рыбы вода. Потом плоть не уступит никогда. О какой плоти мы говорим? О моей, о твоей плоти. О самой обычной нашей плоти, которая живет по законам греха и смерти. И наша душа помещена в эту плоть. Поэтому мы не можем вырваться должно произойти что-то радикальное, что, опять же, замыслил Бог, это искупление нашей плоти. Вот дух наш, он искуплен. Да, я понимаю это. А плоть? А плоть не искуплена. Плоти еще предстоит это искупление. Сейчас мы об этом поговорим. Поэтому Павел говорит, что «Я, плотян, продан греху». Дух предан Богу, а плоть предана страсти а душа пытается удержать обоих. Потому что душа может и оттуда получать свою порцию, и оттуда. И отсюда вся двойственность нашей природы. Отсюда все наши страдания, что двоих любить невозможно. Вот подумайте, например, как это остро переживал апостол Павел. Некоторые из нас, мне кажется, совершенно не понимают, вот о чем мы говорим. Мы многие думаем, что мы сейчас говорим о плотских христианах, которые просто не справляются с какими-то там своими страстями, амбициями, высокомерием. Вот, а апостолы как бы с этим справились? Многие из нас так думают. Но это ошибочное мнение. Вот вы смотрите: апостол Павел имел колоссальный духовный опыт. Я не знаю, был ли человек в истории, которому Бог позволил столько переживать иметь духовных вообще откровений, как апостолу Павлу. Господь брал его даже на третье небо. Он имел удивительный опыт Бога, много раз. Но между тем Павла донимала гордость. Он сам об этом пишет, чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений. Вот такой он сделал вывод, так ему Бог объяснил что тебе угрожает возгордиться. От чего? От того, что ты переживал Бога в особой мере, от того, что ты имеешь особые откровения, как другие не имеют. Но казалось бы, но ну, если ты столько переживал Бога, настолько ты хорошо Его понимаешь, ты от всего отказался ради познания Христа, ты что, не можешь справиться с гордостью? Но сам бог помогает Павлу каким же образом Бог помогает Павлу он допускает ангела сатаны удручать Павла удручать я смотрел много разных переводов это подавленность это уныние там в одном переводе даже написано что ангел сатаны бил меня донимал меня как бы унижал меня это, это ужасно. И главное, что Павел просит Бога убрать его, этого ангела, вот это состояние, давай будем проще выражаться, вот это состояние подавленности, уныния, оно мне не нравится, оно чем-то вызвано. Бог Павлу отказывается. То есть, наверное, я так допускаю, что в жизни Павла были какие-то вещи, которые его сильно огорчали, сильно донимали его, и тем самым они сбивали его вот это, вот это высокомерие, вот этот вот это представление о совершенстве, о своем величии, о своей особенности, были какие-то вещи в его личной жизни, я так понимаю, да, в его личной жизни, которые Павел не мог с ними справиться, он не мог их преодолеть, и его это просто убивало, его просто это донимало. Такой великий апостол Павел и не может справиться с такой вещью. Это его настолько донимало, но Бог видел, что это Лучше, вот эта борьба, она лучше, чем совершенный Павел, который все преодолел и попадется в капкан высокомерия. Потому что, чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне было жало в плоть. Ангел Сатаны удручал меня. Вот в этом поединке между плотью и духом я бы точно проиграл. Потому что я бы не справился с плотью с плотью невозможно справиться, ни логики не хватит, ни смысла в борьбе с плотью недостаточно. Было бы очень просто, если бы сказать: я вот так подумал, я не буду этого делать, и этого делать не буду, и этого делать не буду. Оно, оно не имеет смысла. Посмотрите статистику, кто там ходит в казино, по статистике большинство людей проигрывают, заканчивают жизнь самоубийством, там, например, алкоголики, там люди, которые балуются наркотиком. Но смысла недостаточно. Вокруг нас масса информации, а смысла недостаточно. А семьи распадаются, а здоровье разваливается у людей, смысла недостаточно. Поэтому мой разум, каким бы я умным, эрудированным не был, он, он проиграет перед силой страсти. Он проиграет. Поэтому где мне найти победу? Как мне справиться в этом поединке, в этой двойственности своей? Мой дух, да, мой дух, я сейчас не о Божьем духе говорю, мой дух, рожденный от Бога, у него особая близость с Духом Божьим. И любая моя неверность, любой мой поступок, даже мысль против Бога, она сразу же откликается или, или ощущается Духом Святым. Дух Святой огорчается. Потому в Библии есть несколько предупреждений. Не огорчайте Святого Духа Божьего. Это нам предупреждение. Это я могу огорчить Духа Святого. Это мой какой-то поступок, или мысль, или слово, или намерение, неважно что. Но это мой выбор. Это мой личный поступок, который может огорчить Духа Святого. И как только Дух Святой огорчен, вот этот источник питания, он, он как бы усыхает. Мой дух питается только Духом Божьим. Это единственный источник питания моего духа. У меня нет другого источника питания. Мой дух живет только за счет взаимоотношений с Духом Святым. И как только я делаю какой-то поступок, который огорчает Духа Святого, сужается вот этот источник питания, высыхает этот родник. И я начинаю задыхаться. Моему духовному человеку плохо. Я не могу жить нормально, я не могу кушать нормально, мне плохо. И я ищу, конечно, решение этой проблемы, потому эти вот переживания, они знакомы только человеку, рожденному свыше. Человек, не рожденный свыше, он, он не знает, о чем мы сейчас говорим. Он не понимает, потому что он никогда не обладал этим богатством. Он никогда не переживал такой мере радости, мира, восторга, полета, свободы. Такой человек не переживал, потому он и не понимает, чем вызвана такая борьба и такое напряжение. Она вызвана тем, что духовный человек, он всегда питался от Духа Божьего. Например, Давид, он всегда вставал, он писал псалмы, он, ну, он переживал Бога. Вот когда-то мы его расспросим в деталях, что он переживал. Но когда Давид согрешил, он говорит, свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. А, обветшали кости мои от ежедневного моего стенания. Посмотрите на его состояние. Вы видели вообще когда-то грешника? Человека, который переспал с чужой женой и говорит, вот после того, вот такое со мной приключилось. Ни радости нет, нас вообще никто не поймет. Ни один человек, который гуляет с другими женщинами, он вообще не поймет, о чем мы говорим. Тогда что происходит с Давидом? Что происходит с Давидом? А именно то, что его источник духовной жизни угас. Все, человек жить не может. Он произошел от Бога. Он всегда жил Богом. А сейчас не может, потому что он порвал отношения с Богом. Потому вот эти все переживания, они знакомы только людям, которые имели или имеют, поддерживают близкие отношения с Богом. Так вот, что интересно. Смотрите, что написал Павел в послании к римлянам 8.22. «Мы знаем, что все творение до сих пор стонет и мучается, как женщина при родах. И не только оно, то есть творение, стонет и мучается. Не только творение стонет и мучается». Но и мы, получившие Духа, как залог того, что нас ожидает, тоже внутренне стонем, с нетерпением ожидая полного усыновления, искупления наших тел. Вот чем вызваны вот эти стоны внутренние, вот эти воздыхания. Мы, может, даже умом до конца не понимаем, откуда оно, вот это состояние у праведных людей – что они воздыхают. Откуда вот эта вот тяжесть внутренняя? Потому что они ждут полного усыновления. С чем оно будет связано, это полное усыновление? Потому что сейчас частично мы усыновлены, ну, я понимаю, что здесь можно придираться к словам, потому что сейчас наш дух искуплен, душа наша в какой-то мере искуплена а тело не искуплено. Мы ожидаем искупления наших тел, когда мы изменимся, когда тленное наше обратится в нетление, и смертное наше станет бессмертным. Поэтому, несмотря на то, что моя душа искуплена, обретя опыт новой природы, новых жизней с Богом, новых переживаний, эта душа искупленная помещена в неискупленное тело, вот в такую клетку. И потому она вот стенает внутренне. Посмотрите, что Павел пишет в послании к римлянам 7.22. «Духом своим я с радостью принимаю закон Божий». Духом. Но я вижу, что закон, которым подчиняется мое тело, враждует с законом, который принимает мой разум, или мой дух, можно сказать. Но я же цельный. Ну как же ты меня разделишь? Это и мой дух, и мой разум, и мое тело. А что а ж такое? Духом в русском синодальном переводе я нахожу удовольствие в законе Божьем, а в плоти моей вижу, что там совсем другой закон, который враждует с законом Божьим, плоть моя. Тот закон, которому подчиняется мое тело, это закон греха, и этот закон превращает меня в своего узника делает меня пленником закона греховного в русском синодальном. Это ужасно, пишет Павел. Потому что если кто-то думал, что Павел вообще не страдал по этому поводу, что он раз и навсегда решил эти вопросы, что его никогда не постигали никакие искушения, мы очень ошибаемся. Чем большим богатством обладает человек во Христе, тем большим искушением он подвержен. «Кто спасет меня от этого тела?» которая несет мне смерть. Просто восклицает, кричит апостол Павел. Теперь я хочу сказать, как можно минимизировать, сузить, свести на нет хотя бы сколько возможно вот этот вот процесс искушения. Я бы сказал следующее. Пригласите в свою жизнь людей, которым вы были бы подотчетны. Вместо того, чтобы прятаться, вместо того, чтобы постоянно убегать, выйдите на свет. Я как-то вот, знаете, для себя сам понял, лучше идти к свету. Серьезно, а, а как долго ты будешь бежать во тьму? Как много ты будешь прятаться? Ну как много? Ну хорошо, ты чуть-чуть прикрыл что-то. Ну, ну, ну как далеко ты будешь уходить во тьму? Лучше идти к свету. Лучше позвать в свою жизнь людей, и сделать себя подотчетным, позволить себя обозревать, отвечать за свою личную жизнь. Но это надо самому захотеть этого. Как это сделать на практическом уровне? Сегодня век паролей, век личной жизни. Я помню, как когда-то Задорнов Михаил говорил, мы, говорит, странные люди. Мы не стесняемся желать друг другу счастья в семейной и в личной жизни. И он смеялся и говорил, что это может быть за такая личная жизнь, отдельно от твоей семейной жизни. Оно вообще не смешно. Получается, что если мы прячемся, там вот заводятся такие смертельные бактерии. И многие известные люди в истории Израиля, в истории церкви падали в грех, этим соблазняли своих последователей и бесчестили имя Божие, даже погибали. Некоторые так и не смогли подняться. И знаете, что примечательно? Что эти все люди были призваны Богом от рождения. У этих людей были явные плоды, явные доказательства их избрания. Это не были самозванцы, это не были выскочки. Это были люди, по-настоящему предопределенные Богом. Ходить в силе, в помазании, но, но у этих людей не было подотчетности. Эти люди избавились от людей в своем окружении, которые бы могли их обличать, которые бы могли их исправлять. Эти люди поднялись настолько, что они не пожелали, чтобы кто-либо в их окружении говорил им в лицо, ты не прав, или покайся, или ты делаешь неправильно. Поэтому в Царстве Божьем, я считаю, не может быть независимых людей. Все люди должны быть подвластными, подотчетными и послушными. Мы читаем, что к Иоанну Крестителю приходили разные люди, исповедуя грехи свои. Интересно, да? Что приходили разные люди и могли ему рассказать, и он крестил их в покаяние. Я вот так подумал, если бы такой Иоанн жил в наше время – сколько бы людей к нему пошло. Я сейчас не говорю даже об обычных простых людях. Сколько бы, наверное, видных людей, у которых сохраняется все равно чувство чести, страха Божьего, видных епископов, пап римских разных, кардиналов, таких как я, сколько бы людей бы пошло к этому Иоанну. Все-таки какое счастье, если возле нас живет такой отец, который который тебя не выдаст, который в тебе заинтересован, который тебе поможет выбраться. Есть ли сегодня у нас такие люди, духовники, вот люди, которым мы можем быть подотчетны? Или для нас никто не авторитет? Мы сами не хотим иметь таких людей. Они нас напрягают. Интересно прочитать об Иове. У него были взрослые сыновья, и когда у них были праздники, они хорошо проводили время, гудели, пили, играли, веселились. Написано, что Иов посылал за ними и освящал их. И вставая рано утром, возносил все сожжения по числу всех их, то есть сыновей своих. Потому что Иов говорил, может быть, сыновья мои согрешили и похулили Бога в сердце своем. Как же хорошо, когда есть такие отцы, как их мало на самом деле таких отцов, которые встают рано утром и думают. Помолюсь-ка я за этого человека, позову-ка я его, поговорю с ним. Может быть, Он похулил Бога в сердце своем. Какой же это дефицит нашего времени? Наставников у нас полно полно проповедей, эфиры забиты. Не успеваешь эту ленту листать в социальных сетях. А Павел сказал, у вас наставников много, а отцов очень мало. Немного отцов. Потому это большое, большое, огромное благословение иметь возле себя человека, которому ты не безразличен, который не просто ищет, что можно с тебя взять, который с тобой останется в хорошее время и в плохое время, когда ты всем нужен и когда ты никому не нужен. Это огромное благословение. В послании Иакова 5.16 написано, «Признавайтесь друг при другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться». Английская версия, contemporary English version, говорит, «If you have sinned, you should tell each other what you have done. Если вы согрешили, вы должны говорить друг другу о том, что вы сделали. And pray for each other. И молиться друг за друга. Другая версия, International Standard Version, говорит... Therefore, make it your habit. Итак, сделайте это своей привычкой. To confess your sins to one another and to pray for one another и молитесь друг за друга, исповедуйтесь друг другу и молитесь друг за друга. Некоторым из нас кажется, что это все лишнее. Мы любим свободу, мы свободолюбивые люди, и мы вот хотим вот этой неприкосновенности, личного пространства, не лезть в мою личную жизнь и так далее. Но от этого мы и страдаем. Вот там и заводятся те самые смертельные бактерии. Потому праведные люди, такие как Давид, они понимали, ты-то можешь быть монархом, ты-то можешь быть великим человеком, ты, ты можешь быть неприкосновенным, но, но ты должен сам захотеть пускать в свою жизнь людей, которые смогут говорить тебе в лицо правду. Ты должен сам этого захотеть. И Давиду в этом плане крупно повезло, можно сказать. Он оставил дверь открытой для пророков в свой кабинет, в свой царский палац. И в 140-м псалме он очень хорошо выразил эту мысль. Он сказал, Господи, положи охрану устам моим и огради двери уст моих заметьте, он не просто молится, огради там сердце мое или огради э, ноги мои, там, чтобы я не совершил дурных поступков. Смотрите, о чем он Бога просит. Огради двери уст моих, не дай уклониться сердцу моему к словам лукавым для извинения дел греховных. Вот о чем он просит Бога. Не допусти, чтобы я начал врать не допусти, чтобы я уже настолько низко опустился, чтобы даже в молитве врал, чтобы в своих устах извинял вещи, в которых я не прав. И сердце мое знает, что я не прав. И закон твой говорит, что я не прав. Не дай мне опуститься так низко, чтобы я извинял устами своими дела греховные, Пусть наказывает меня праведник, это милость. Пусть обличает меня, это лучший елей, который не повредит голове моей. В других переводах написано, пусть праведник бьет меня по лицу. Если я уже настолько задремал, если я уже настолько себя убаюкал, пусть зайдет праведник и даст мне пощечину, пусть приведет меня в чувство. Это лучший елей, который не повредит моей голове. Поэтому, друзья, суммируя все это, хотелось бы сказать, мы на войне. Не надо себя тешить тем, что все у нас благополучно и хорошо. Родившись свыше, мы обрели новую природу. Мы действительно стали наследниками Царства Божьего. Это праведность, мир и радость в Духе Святом. И, как я сказал, дьявол очень неравнодушен. Он ненавидит счастливых людей. Он охотится за всеми свободными и счастливыми людьми. Он не может по-другому. Потому если ты носишь в своем сердце вот эти компоненты праведности божественной, мира и радости, ты постоянно на, на, на прицеле. Постоянно. Постоянно. Он будет провоцировать, чтобы ты сделал оплошность, сделал какую-то глупость и потерял мир. И расточил вот это богатство внутреннее, потому что ты богат, по-настоящему богат. Береги себя. Береги себя. И если ты залез в какие-то вещи, и если ты запутался в каких-то вещах, иди к людям, иди к Божьим людям, стучись. Сам иди. Не жди, что тебя поймают, разоблачают. Сам иди. Это тебе нужно. Это тебе нужно. Я так сделал в своей жизни. Я постучал в дверь, в несколько домов, разных людей, служителей. Я сказал, это нужно мне. Возьмите на себя такой крест. Молитесь обо мне. И я хочу быть человеком подотчетным. Да, я хочу этого. Это мне нужно. Я вижу, у меня на глазах падают люди. Я не хочу дополнить эту ужасную, печальную статистику. Я этого не хочу. Я хочу беречь свое сердце чистым перед Богом. У меня не получается это. Помогите мне в этом. Потому, чтобы избавиться от искушений, от них полностью уйти невозможно. Они будут нас преследовать, потому что наша искупленная душа находится в неискупленном теле. Но можно минимизировать вот это все, найдя людей в своем окружении, которым мы можем доверять свои какие-то вещи, и просить их молиться о нас, признавайтесь друг друга, друг перед другом в проступках ваших и молитесь друг за друга, чтобы вам исцелиться. Давайте об этом помолимся. И если вам тяжело, если вам нужно с кем-то поговорить, напишите нам. Мы будем стараться вам помочь. Драгоценный Господь, прежде всего я благодарю Тебя за Сына Твоего Иисуса Христа, за то, что Он сделал такое чудо в моей жизни, за то, что меня грешного, разрушенного, обнищавшего человека, у которого ничего, кроме грехов и позора, не было. Ты возвысил на свой пьедестал, Ты простил, ты одел перстень на мою руку, обувь на мои ноги. Ты принял меня, ты вернул меня домой. Ты дал мне надежду, ты записал мое имя в книгу жизни. Я почувствовал себя человеком достойным тебя. Я поверил в то, что ты заинтересован во мне. Я пережил, я испытал радость прощения, я испытал свободу, мир. Господи, праведность, которой Ты одел меня, и я прошу Тебя, помоги мне и помоги всем нам сберегать вот это все, потому что мы находимся под большим давлением, под прицелом врага. Сохрани нас, подними возле нас отцов, которые могли бы помогать нам преодолевать все эти искушения, все эти трудности. Помоги нам, Господь, мы без Тебя не справляемся, мы без Тебя очень слабые, мы, мы нуждаемся в Тебе, мы облекаемся в Твою праведность, мы будем ходить в победе, Господь, но помоги нам поступать так, как учит Твое слово, помоги нам иметь возле себя людей, которые будут иметь право говорить нашу жизнь, которой мы будем подотчетными для того, чтобы сберечь свою, свою праведность и мир, и радость перед Твоим лицом. Благодарим Тебя, Господь, за то, что все это возможно и все это доступно, если мы этого желаем. Во имя Иисуса Христа. Аминь.